Всем привет! Сегодня приготовлю самые лучшие в мире оладушки-пухляшки из кабачков. Рецепт до такой степени простой, самый лучший. Оладушки получаются неимоверно вкусные. Итак, добро пожаловать на мою кухню! Что мне для этого понадобится? Конечно же, кабачки. Кабачки у меня осенние, зрелые. Мука, яйца, сахар, соль, молоко и растительное масло. Молоко выливаю в миску, к нему отправляю растительное масло и следом сразу же яйца. Солю и добавляю сахар. Перемешиваю. Кабачок натираю на крупной терке. Он у меня осенний, зрелый, не водянистый. Если же у вас молодой кабачок, можно его отжать. Желательно отжать. Просеиваю муку и все перемешиваю. Тесто достаточно густое получается. Накрываю тарелочкой и оставляю в покое на полчаса. Через полчаса тесто настоялось, стало более жидким, но в то же время остается достаточно плотным. Добавляю соду, гашеную уксусом. Готовлю такие оладушки очень часто, особенно в сезон кабачков. Выработала определенные технологии приготовления таких оладушек, а вкус кабачка в них практически не ощутим. Еще раз все хорошенечко перемешиваю. Посмотрите, вот приблизительно такой густоты тесто должно получиться. Теперь можно готовить оладушки. Обжаривать буду на растительном масле. Огонь включаю средний. Выкладываю порционно по несколько штук на сковороду. Готовятся такие оладушки очень быстро, а съедаются и еще быстрее. Обжаривать буду по несколько минут с каждой стороны. Как только вижу, что край оладушка начинает прихватываться, то есть вот видно здесь, видите, по краям, все переворачиваю и закрываю крышкой. Оставляю так на несколько минут. Оладушки хорошо пропекаются таким образом и получаются очень пышными, вкусными. Я уже не говорю о пользе таких оладушек. Кстати, они очень бюджетные. Буду рада, если вам понравится мой рецепт. Пишите комментарии. Огромное всем спасибо за просмотр и добрые пожелания. Не забудьте подписаться, если до сих пор не подписаны на мой канал. Ну а на этом я с вами прощаюсь. С вами была Натали. Всего вам доброго. До новых вкусных встреч. Пока-пока.